Ребят, всем привет! Как всегда, рады вас видеть на нашем канале. Аня и Рома. И Рома и Аня. Так, я на работе. Еду на последний заказ. Аня, привет, сказал ты. Всем привет. Да, Аня, видела. Мурчик подержал. Решили взять сегодня с собой Мурчика. Он так лежит, мы даже покрывалку постелили. Постелили, на, подержи, поснимай, покажи, как он. Мусечка сидит и высматривается. Думает, что еще, там у нас впереди, Мусечка. Он еще в этой машине у нас не ездил. Да. Он только ездил. Видите, как ему постелили красиво? Да. Мусечка, ты смотри в ту сторону, Мусь. Да, смотри на дорогу. Да, он в этой машине переживает, он еще ни разу не был. Да, он еще осматривается. Да, он на Аниной, ну, на нашей машине кроссовер, он уже привык на море ездить. Вот. На легковой. А на этой он еще первый раз. Просто я хочу его брать иногда с собой на работу. Я Ане говорю, садись тоже, посмотрим, как он себя будет вести. Потому что если, ну, если не дай бог он будет вырываться, то хотя бы есть Аня здесь рядом. А если я один с ним поеду, то я как с ним, ну, не буду что сделать. Поэтому сейчас мы проверим. Ну, вроде сидит, да? Да, спокойно сидит, смотрит он. Главное, ему удобненько. А, мы ему, знаешь, что сказали? Надо было взять воды, мам, наверное. Не, на полчаса не страшно. А, ну, никуда час. У меня есть вода, вон целая бутылка. Да. А налить ему? А налить можно из корочки дать попить, да, Мусь, скажи? Если для Мурчика ничего не жалко. Ты красавец, подожди. Ребят, смотрите, как красиво. Стоит корабль. Да, район. А что это за район? Это Каховка. Это все Каховка, да? Да, как раз оно здесь начинается. Да, вот такой вот интересный. Мусечка все высматривает. Мурчику интересно. Мы вон стоим на светлофоре. Мурчику тут интересно. Какой-то магазин, да? Короче, Аня с Мурчиком сегодня, ребят, работают со мной. Сейчас будет снимать. Я уже научилась грузовые колеса. Понимая, как делается, да? Кого? Грузовые колеса. Грузовые колеса, да, Аня видела какие-то. Не, сейчас, наверное, легко. Тракторные эти, да, большие. Мурчик все высматривает. А ему интересно. Что-то ему там, да, он так смотрит, прям такие глазки сделал. Мось. Мурчик, надо тебя приучать, что ты со мной в машине едешь. Он на картинки смотрит вот такие. Понад дорогой. Не бойся, Мурчик. Мы ездили, видели здесь в Москве чертовое колесо, да? Нет, оно называется... Колесо обозрения. Да. Колесо обозрения, да, мы видели. Здесь открылось. Тоже надо будет в ближайшем, да, поехать покататься. Да, ну открылось колесо обозрения самое большое в Европе в высоте. Оно открылось месяца 4 назад или 3. Да. Да. Видите, смотрите, какой впереди вид красивый. Здесь очень красиво в Москве, да, вот это все весь вид. Всякие дома интересные. Сегодня пробок нет. Суббота. Да, так он. Суббота, сейчас 7:30 вечера, как раз последний заказ, говорю, Аня, поедем со мной. Видите, как красиво впереди, да, какие там дома. В центре мы там ездили, там тоже очень красиво, да, дома это всякие. Это новые дома сейчас строятся. Да, вон какой дом красивый. Прям дом мечта, да. Наверное, открытые такие эти. Мурчика, ну, вот красивый очень, да. Муся, точка. Вон как красиво впереди. Стоим опять на светлофоре. Да. Ребят, у меня все есть здесь с собой в машине. Кружка для чая. Только уже чай закончился, я выпил. Ящик всегда вкусных печенюшек. Да еще не успел. Потому что пироги Рома не любит кушать, да. Шоколадка. Только у... Вероника любит мои пироги кушать, шоколадка, Рома только печенье. Она уже растаяла у меня. Это та, что я у тебя забрал, кстати. Я только не покупала. Это я у вас забрал. Я такой не покупала, так, шоколад. Так я дома забрала, я не покупала. Не знаю, я такой не покупала. Это, где ты ее взял? С какого это ты дома здесь ты ее забрал? Здесь записи, кто мне должен. Диспетчер был 1500 рублей. Да? Кстати, от диспетчера наши видео они смотрят. Видишь? Должник записан. Видишь, как я тебя записал? Ты у меня вот прямо... На панели управления. На панели управления нашего. Написано. Должен 1500 рублей. В должниках. Так у меня все записи. Что еще у меня в машине? Музычка есть, вот, ребята. Ну, это во всех машинах, да. Музычка есть. Не только вот вы. Кондиционер у меня, ребята, вот такой. Открываешь левое окно.
такой вот так руку держишь, и сюда дует холодный воздух. Это у меня супер современный модуль. Это новые технологии. Новые, да, технология кондиционера. Да. У меня еще есть так. Муся все рассматривает. Да, Мусе все интересно. Все равно еще пока глаза напуганные, но ничего. К всему надо привыкать. А мы все едем. Вероника только у нас дома осталась. Мам, Жмурочка же не нужно его, так как детское кресло, что-то еще? Не, а ты что, это же животное. Животное просто. Они просто сидят. А ты представь, кота еще пристегнуть, и он будет тебе что-либо это пристегнут сидеть? Конечно же, тебе не будет так сидеть, ну и Рома, ты высказал. Мурочка, будешь со мной кататься, я тебе буду всякие вкусняшки покупать. Может, тебе Мурочка кресло нет, купить? Нет, нет. Сиди, сиди здесь, сиди, сиди. Сиди, не бойся, не бойся. Да, ну так же. Тут, ребят, где мы проезжаем. Река Москва. Да, это река Москва. Да, мы на третьем транспортном процессе. Да. Там еще какая-то лодка плывет, да? Да, небольшая. Так вот мост. Да. Дождя нету, сегодня погода сухая, даже жарковато нет. Да, смотрите, какой там тротуар. Машина трясет, у меня, наверное, телефон трясется. Это, стараюсь это. А мы не будем возле этого клуба проезжать? Возле кого? Ребят, посмотрите, какое здание впереди. Интересное, здание, да? Здание круглое, типа шайбы, что-то такое. Интересно, да? Такое, типа, да? Шайба в землю влазит, да? Что, типа, там, типа шайба неровная, типа она в землю вросла. Так интересно, да. Я такое первый раз вижу. Такой... А то ресторан это пишет. А, да, ресторан. А может... Ресторан-отель вот отель, пишет, да. Да. Нифига себе. Наш Емурчик уже немножечко освоился. Поначалу спрятался, потом я его достала, он опять сидит, высматривает. Мы уже подъезжаем к заказу почти. Мурчик, я с тобой буду постоянно брать на работу. Мне хорошо, когда... Мы приехали на заказ, Рома делает колесо. Парни пробили, надели модуль. Программа. Заклеил, все сделал. Теперь устанавливает. Все, включила? Да. Все, ребят, это был мой последний заказ на сегодня. Сейчас уже у нас время 8, 8:30 уже. Да. Прокатались. Мурочка, покажи, Мурчик еще такие не... Сидит, волнуется. Да. Вот. Сейчас, если темно не будет, то приедем домой, прогуляемся. Да, вот час домой. Будет, пока мы приедем, будет дома 9:30. Что, сейчас показывает ехать? Да. Офигеть, это 40 минут назад час. И что, так же 55 минут. Да. Короче, на последнем заказе я заработал, сейчас скажу, 1300 рублей я заработал. Да? Да. Порезали колесо, да, да, парни? Да, колесо. Аня показывала вам, какая у меня работа. Ой, какая яма впереди, смотри, аккуратно. Еще и автобус едет. Мама? Частник. Частники это, да, вот эти. Потому что, ну, государство, они эти синие такие автобусы, а это частники. Мост-транс авто. Мост-транс? Да. Мост-транс. Мам, ну как тебе со мной кататься? Душновато. Душновато? Да, может, тебе как, душновато? Ну, кондиционера у меня, извиняйте, здесь нет. И немного неудобно. Ребята, говорю, мне вот внизу как-то давит немного. Я как-то немного посвободней. Да? Главное, безопасность. Я тебе, мам, научу на монтаже, будешь со мной ездить вместе колеса ремонтировать. Снимать. А Мурчика, Мурчика мы поставим бухгалтером, будет денежку только считать. Да, Мурчик. Сегодня... Будешь главный бухгалтер. Лялечка с нами, ребят, не захотела ехать. Она дома сидит, свои роблоксы играет. Мы сегодня ходили на турники, там отжимали всякие, круговороты делали с Вероникой, да? Сегодня, да. До озера ходили, да. Чего себе, ну может сейчас пройдемся. Да, наверное, пройдемся. Там турников сейчас... только поджимались немного. Косточки поупрямляли. Да? Суета. Ну надо же так. Сейчас быстренько это я переоденусь, если темно не будет. А то уже вот ветер, уже солнышко заходит. То еще пройдемся.
Навигатор меня показывает, домой его 48 минут. Сейчас мы как-то побыстрячку доедем. Косяк нормальный. Все, приехали мы, ребят, домой. Идет дождик, хотели еще пройтись. Есть. Где-то в парк, но уже не пойдем. Потому что погода. Погода никакая. Когда ехали, дождик начался. Ань, закрывай дверь. Так. Где там наши мурчики, мама? Во! Во, как мурчики. Мурчик травку есть, да? Пусть хоть погрызет, да. Мам, я так подумал, вы теперь со мной будете каждый день кататься. Ну ты так подумал, а мы так не подумали. А, не? Вот, ребят, наш дом. О, смотри, траву есть. Наш дом. Знаешь, как везет? Мам, он, походу, у нас травоядный. И вот то его нужно до батьковых коров и быков. Мурчик, ты травоядный, оказывается, у нас. Он сейчас ее пожует, пожует, а потом выплюнет. Не всегда. А? Не всегда. Не всегда? Его иногда вырывает, иногда нормально. Да? Понятно. Короче, мурчик у нас за мурчик. Уже сет включили. Такая площадочка у нас, ребят, детская. Такая. Дождик идет такой маленький-маленький. Ну что, он кушает, не? Мурчик довольный, накатался, да? Дай к жуе, дай к жуе. Ма, что он так траву любит? Не хватает витаминов. Мурчик, каких тебе витаминов не хватает? Суббота, ребята, работа не так-то сегодня сильно была, но все равно была. Все равно заработал. Но дождика не сильнее, да? Вот, ребят, моя рабочая машина стоит. Близко, потому что близкая. А что там близкая, не сильно. Так она стоит. И вот наш дом, как видите. Вероника сейчас будет довольна, что мы уже приехали. Отпуск закончился. Хочется обратно на море. Мам, тебе хочется на море обратно? Не, а там видят, что в джубе еще за А, да, кстати, мы только приехали с моря, а сегодня смотрим, что в джубе, оказывается, сильно затопило, да. Сильный дождь пошел. Я его смотрела сегодня в интернете, случайно увидела. А да. Джубги до Сочи, там вообще затопило, да. Все. Это я видел. Хорошо, что мы не сейчас поехали, да, да. Уже до этого времени. А то этот месяц все время, он какой-то водяной, да, вот этот месяц. Да. В том году так же было, мы уехали, и там тоже вода, машины все столько пострадала. И в этом году так же. Ну да. Офигеть. Что, мы пошли домой? Ну уже все, он погулял, хватит. Ну, иди, идем вместе. Все, идем мы домой. Ань, пусть его на землю поставь, покажи, как он домой уже сам будет бежать. Поставь его на землю, мам. Ну, просто я хочу показать. Смотри, сейчас как он сейчас. Не хочет домой. Пошли. Он идет домой. Пошли. Мурчик. Я же говорю, он еще домой не хочет. Ты что, ку-ку? Не нагулялся, ты не видно. Пошли. Не домой? Да? А ну пускай теперь, сейчас побежит уже. Пошли, кс-кс-кс. Нет. Мурчик, кс-кс. Пошли. Мне не надо в болото лезти. Пошли, Ань. Ставь теперь его на землю. Сейчас уже к лифту уже будет бежать. О, пошел. Пошел. Ну, давай. Сейчас иди. Знаешь, что надо. Он знает, что он лифт должен открыться. Заходит в лифт у нас. И сейчас он будет ждать, когда лифт. Опять откроется, смотрите, ребят. Ждет. Сейчас только откроется обратно и побежит. Так смешно. Смотри.
смотреть, смотреть. Здесь уже можно спокойно отпускать. Да, можно отпускать. Все, пошел. Ага, закройте двери. Ладно, все закрывается. Такие у нас, такие ребята у нас тренажерчики, коридорчики. Это бабушка, тебе сюда нужно. Вот тебе тренажер и все, и тут у нас. Вот что, дверь не можешь открыть? Заходи, давай. Заходь, ну. Давай. Включи свет там, обзор. Вероника, мы дома, Вероника, мы приехали. Мы купили, мам. Мы в магазине ж не были. А что у тебя дома? Нечего за сладости тебе еще? Какие? Шоколадка, кока-кола. Шоколадка, кока-кола. Тебе сразу что купили? Да. Ты что, лялечка? Хитренькая какая. Хитрая. Глаза все на линзе не повылазят. Передышку давай делать. Передышку. Все, наконец-то я дома. Сегодня я сдался. Получается, домой попал 9:30. Я обычно домой попадаю в 8-9 часов вечера, ну, когда как. Сегодня так. Иногда, редко, но бывает даже в 12 часов ночи. Это если где-то я на заказ далеко поеду, то бывает вообще далеко. Но это редко сейчас. В сезон я позже домой попадаю. Ну, ничего, работа есть работа. Аль, ты где там? Это Аня попала. Аня в туалете. Дела свои делаешь. Таська, что ты делала без нас, расскажи. Дела делишки. Что ты делала без нас? Тебя не жмут красишки. Дела делишки, Вероника. Так, вы только целый день жрать. Сколько жрать можно? Вероника, дела делишки. Сколько можно жрать? Жрут, знаешь что? Мы кушаем. Вы мне совсем невыгодные стали. Мы вообще-то кушаем. Вы мне совсем стали невыгодные. Открыть. Они мои руки, Лялечка тоже. Ты волосы не хочешь убрать? В общем, ребят, сняли для вас такое небольшое видео. Как съездили, как взяли Мурчика. Я и Аня, и Мурчика взял с собой на заказ сегодня. Надеемся, видео понравилось. Ставим лайк, не понравилось, дизлайк, пишем комментарий. Кто не подписан, подписываемся. Обязательно на Анин кухонный канал тоже подписывается. Подписываемся, называется на кухне с Анинкой. Ну... И как всегда, кстати, еще я забыл сказать, в вторник мы хотим пойти в боулинг, поиграть в боулинг-клуб, будем в боулинг играть, пиццу поедем, да? Ты хочешь боулинг? Роллы. Пиццу не хочу. Роллы? Угу. Пицца мне не Поэтому пицца снимем не вам, конечно, видео, как играем в боулинг. Ну, и как всегда, до новых встреч, пока-пока.